Итак, всем привет! С вами снова я, Зазеп, и это игра Хатред. Мы продолжаем ее проходить, и мы сейчас находимся на электростанции. О! Нас сразу встречают гости. Я не знаю, как здесь спрятаться от них просто. А чё они такие бессмертные? Как мне тут, мать его, выжить? Я знаю, как мне выжить. Мне надо бежать отсюда. Давайте я спрячусь все-таки за машиной. Так, я вроде как еще пока живой. Давайте перезарядим нашу базуку. Будем аккуратненько. Там вроде один хмырь засел. Судя по миникарте. Так, минус один. В этой игре минус один — это уже хорошо. А вот когда их трое, это уже нехорошо. Давайте сходим. Я не чувствую своих ног. Я тебе помогу. А, ты еще тут? Сам ты ублюдок. Наименьший общий знаменатель для всех. Так. Время погибели. Это, надеюсь, не последняя миссия. Так, если мы постреляем по тому бочонку. Отлично, он загорелся! Играем в КС. Давайте им туда гранату пошлем. Но не сюда же. А вот сюда. Живи, чувак, живи. Ой, хорош. Молодец. Послушный мальчик. Так, гражданским оружие запрещено брать. Вы меня слышали? Finish this. Закончи это. Блин, это первый чувак, который захотел. Так, давайте восстановимся немного. В звании. Ну нахер, я сваливаю. Электростанция, мать его, за ногу. И все-таки, я думаю, этих педрил лучше подчистить. Немного, да? Так, ладно, одного почистили уже. Осталось еще четверо. Не, ну нахер. Посмотрим, что здесь можно сделать. Да, ХП, конечно же, у нас немного. Выглядит, конечно же, здесь все футурись. Ну-кась. Что нам покажут? Enough playing outside. Time to complete my mission. Время закончить мою миссию. Доктор, подождите. С вами еще не закончили. Мне бы легенда где найти. Так, а что у нас тут? Опа, вот это хороший подгон. А что если ты делаешь? Получай прикладом по яйцам. Only my weapon understands me. Хм. Я так понимаю, нам сюда, да? Где же ни хрена нету? Ладно, давайте.
Как там бить ноги? Ага, вспомнил. Do you really think it moves me? Так, вы мне нахрен не нужны, вы все равно уже заведомо трупы. И вообще вы мясо. Вы просто банальное мясо. Меньшим количеством мяса на квадратный метр. Пуль на вас жалко. О, один ученый с дробовиком. В смысле, как ученый? Так. Вы, походу, какую-то дверьку включили. Ну, миссия пока кажется легкой. Это пока. О, хорошо взлетело. Давайте военного добьем. Jesus. Пули на всякое. Не будем растрачивать. Ловите гостиниц. Хорошо бабахнуло. Даст, ту даст. И там еще и огонек. Ладно. Мы особо не пострадали, потому что у нас был броник. Пойдемте сюда, потому что там по нам стреляют. Ребята, что с вас броник не падает? Ладно, ты живи. Еще потом за тобой вернусь. Ищешь неприятности? Ну, теперь твой коллега из-за тебя пострадает, дурака. Бля. Чё, бывали похуже ситуациях. Я не знаю, короче, как-то так. О, Реген бежит. Тут главное не спешить в этом деле, да? Я не верю, что вы все сдохли. Давайте пробежим. Будем добивать по ходу дела, да? Давайте подальше отсюда отойдем. Чё, нашим потом легче будет, да? Слышь, работник, месяца, блин. Сейчас да выделываешься у меня. Так, ну там вроде сверху всех почистили. Давайте сходим сюда, пока посмотрим, что тут у нас. А там у нас закрытые ворота. Так, гражданских пока трогать не будем. Гражданский у нас так для хила небольшого. Ой, приятель, извини меня.
Видели, как он улетел вниз? Так, ребята. Бля. Ты, блин, конечно, бессмертный. Это хорошо. Хоть тебя давай. Восстановишь меня. Dust to dust. Ну и тебя за компанию. Чтоб жизнь Малина не казалась. Так. Открываем двери. Мы уже, походу, тут недалеко, да? Сразу, что ни газа сюда не пустили. Какой-нибудь там смертоносный. Хотя это все здесь регулируется, да? О! Так, а здесь? Почему нету здесь людей? Two nuclear cores. Two C4 explosives. Чувак, короче, решил Чернобыль устроить. Ну, сейчас побежим в обратном направлении. Нас там уже ждут. Ой, хорош. Нефиг баллоны ставить. Нахрена вам вообще баллоны с газом там? Вы там что себе жратву готовите? Ну серьезно, нахрена на электростанции там просто стоят так баллоны с газом? Кто, мать его, до этого додумался? О, ребята! Да вы по адресу. Ловите с базуки. Я, конечно же, ожидал, что вас там будет так много, но... Ладно, один реген лежит. Подождите. Да подожди, приятель. Упал. Устал, наверное. Тяжелая работа, как-никак. Ну что, я так понимаю, нам в другом направлении, да? Кто за нами не вышел еще? Ладно. Как скажете. А здесь? Там никого нету. Чувак решил меня подавить. Воу, а вы откуда взялись? Ну ладно, умирайте тогда. Я думаю, все зачитывать не обязательно. Воу, свою гранату себе оставь. Если бы у меня ХП было бы мало, что бы ты делал? Так, ладно, что у нас по плану дальше? Ну, туда смысла идти уже нету, да?
База, конечно же, большая. Рабочих трогать уже не будем. Да, это рабочие. Ну хотя одного. Что там подобрал? Ну-ка брось каку. Прости, Смит. Сегодня не твой день. Ладно, гранат у нас много. Жалеть не обязательно. Тель, давайте за регеном сбегаем. Потому что мне этот звук, он до сумасшествия может довести. Так, Смит, где там твой приятель Томми? О! О, ребята! Я тут это, мимо проходил. Томми, я не понял. А Джонни куда побежал? Ладно, подходите сюда все. Революция! Ну, Томми, ты знал, на что шел. Второй раз я не прощаю. Ладно, с винтовкой М16 у нас пока все в порядке по патронам. Хорошо, что разработчики не додумались дать им базуки, блин, на атомной станции. Это бы выглядело бы как минимум тупо. Ладно, военная база уже никуда не шло, там базука, все дела. Конечно же, когда там этот оружейный склад, они там стреляли по мне с базук. Это выглядело ни капли не реалистично. Да, эта игра, она сама по сути своей не очень особо реалистичная. Мы играем за Терминатора. Прям восстание машин. На типа балде. Дурак! Убили его с ноги. Надо было не так сильно бить. О, ну ладно, этот еще остался жив. Я думаю, тогда можно простить. Далеко собрался. Вам на низ нельзя, я знаю, вы пушки любите подбирать. Чувак, я, блин, гражданских почти не трогаю. Да пошел ты нахер. И ты не мешайся. Ну, я надеюсь, вы тут ничего не отключите. Чувак, что с твоей рукой? Я тебя вылечу. Like, так, мы уже почти у цели. Интересно, мы сможем сбежать или нет? Надеюсь, успеем. Да получится все. Не переживай. Где там ваша операторская? А, тут? Бля. Без понятия, надо обходить, наверное. Где-то там с левого края. Давайте иссушите меня. Как он вызовет взрыв С4?
Наверное, в этой комнате он вызовет перегрев. Зачем может сработать С4? Оу, что за звук страшный был? О, военные. Это поинтереснее уже будет. Ладно, прятаться нам негде. Давайте добьем пацана. Даст, ту даст. Ну, вот ты один живой. Ты мне поможешь? Спасибо. Ладно, давайте посмотрим, что может здесь как-то проникнуть. Не, здесь не получится. Так, а так, не. Хрень какая-то. Что ж, придется обходить. Придется, мать его, обходить. Это же, знаю, кажется, где выход. А вы же помните, какой проход был? Вот здесь вот и направо. Да? Ну, раз они тут отреспавнились, то точно. А, ребята! Пощадите. Я буду себя хорошо вести. Наверное. Ну, вы идти сюда будете? Давай, давай, забирай. А, но они убегают все. Герой, блин! Бля, ребята, я что-то очкую. Ну нахер. Гражданских там вроде как не осталось. О, кажется, рассосались немного. Так, забьем одного прикладом. Ну и пулю, конечно же, ему пустим. Чтоб себя каким-то обделенным не чувствовал, в отличие от других. Так, давайте добьем одного. Ублюдка. Чувак, кажется, провалился на работе. Quiet. Второй полетел. Провальный. No reason to go there. А, нет смысла бежать туда. Ну ладно. Будем линейно. Так, операторская. Shit happens, guys. Ну так, ты хочешь жить, блин. Так живи. How do I overload the reactors? What? No, never. It will cause a massive explosion. Are you insane? That's what I want, and you will tell me. Значит, помогу тебе умереть очень медленно. Убей меня. Useless piece of shit. What is this fucking code? Шифр. А хрен его знает. 1, 2, 3. He's here. So the time has come. Не, я не хотел. Я хотел правильно вести пароль. Стойте, это еще ж не конец. А.
можно и так, без пароля. Тогда. О-о-о. Пошло-поехало. Так это атомное или это... Все, Чернобыль устроили мы, короче, ребята. Кул. Пиздец, их даже разорвало просто изнутри. Не думал, что такой эффект может быть. Просто по-зверски. И огонь. Well, they did. Да, сработало. Второстепенное задание. В таких местах всегда уйму полезных вещей. Ты не герой. Вступать не стыдно. Ну еще бы, база, которого пройти не мог. Thanks for player from. Дико просто. Блин, классный ролик, надо посмотреть. Я тащусь. Надеюсь, меня не забанит YouTube. Просто безумный чувак. Огнемет. Делай мясо. Офигенно. Ну, я думаю, вот это мы уже досматривать не будем. Но мне начало концовки, так сказать, понравилось. Да, надеюсь, мне YouTube сейчас не засудит за это. Мне не придется удалить видео. Ну, что я могу сказать? Игруха, конечно же, полна, просто полна бессмысленного насилия. Она просто полна и изобилует каким-то хардкором. Но, тем не менее, мне было очень интересно ее проходить. Так что, спасибо, что смотрели. Обязательно поставьте лайк под видео. А с вами был Зазепа. Всего хорошего, удачи вам и пока.